Полицейскими в Санкт-Петербурге выявлена крупная сеть незаконной продажи БАДов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы лиц, которых подозревают в мошенничестве в сфере продажи БАДов. Злоумышленники арендовали помещение в Московском районе Санкт-Петербурга и использовали его в качестве офиса. Они звонили на домашние телефоны пенсионеров, жителей разных районов города и представлялись медицинскими работниками одного из крупных медучреждений. В ходе разговора лжемедики сообщали о якобы выявленном у пожилого человека тяжелом заболевании и убеждали его в необходимости пройти курс лечения с использованием специальных медицинских препаратов. В случае согласия в квартиру приходил курьер, передавал вместо медицинского препарата плацебо, за которое потерпевшие платили от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Выяснив наличие денежных средств на счетах пожилых петербуржцев в банках, они навязывали еще один курс псевдолечения. В настоящее время сотрудники полиции установили 9 предполагаемых участников организованной группы, в том числе 5 женщин. Следователями было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 5 фигурантов судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. 4 находятся под домашним арестом. В ходе обысков в помещении, используемом в качестве офиса и по месту жительства у лидера группы, изъяты десятки мобильных телефонов, а также наличные деньги в сумме около 1 000 000 рублей. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также потерпевшие и общая сумма ущерба.